пацанов. Во-во, давай, вот так, все правильно. Ох ты мой сладкий, а! Наконец-то скажи, ура! Вот Потап. 8 декабря кушать арбуз. Только не Потап. Да. Что ты, Леш, там повесил? Сделал ту? Лампочку сделал. А ты где поставил? Нет. А когда я не убрал? Уберешь, потом я тебе дам с этого, со склада, хорошо? Там нужно повесить, чем больше срочно. Там на 2 патрона? Там есть, должны у нас быть рассказать, я посмотрю. У меня ничего там нету, только это... Потап, ну никак, скажи, да ну что такое, скажи, кинули арбуз, а он не разбился, ну сейчас мы принесем. Сейчас сделаю, Потап, сейчас сделаю. Скажи, арбузиком запахло вкусненьким таким, ну не докинули мы, а, сейчас, мой сладкий, вернее, докинули, но он застрял, сейчас, ой, да, ты мой сладкий, как он хочет арбуз, сейчас мы поможем. Колесо тащи, двигай. Давай. Колесо туда, двигай колесо, тащи, Потап, туда. Двигай колесо. Колесо, тащи колесо. И на колесо встань. И лапы-то хоп сделай. Скажи, я вам что, цирковой здесь скажу? Я думал, обучим. Потап. Мой сладкий, как он хочет арбузика. Вот, скажи, сволочь такой застряла. Ты мой сладкий, а. Сейчас. Сразу взял бы с собой, что ты не взял палку? Леш.